Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас мое новое стихотворение. Оно называется «Огонь и свет». Май, холм весны, а солнце травы сушит, их трубочки пустеют, золотой их свет на миг пленяет наши души, а души трав восходят в мир иной. И так любое существо живое, и мы с тобой не исключение здесь, растим в себе сияние золотое, когда в себя впитаем космос весь. Ругались дед и баба ночью лунной, друг друга посылая «Гейндрерт!». Но золотом, любовью вечно юной, сиял в ночи их свадебный портрет. Мы трубочки, волшебные травинки в саду любви, где нас полол Господь, не ведая о вечности, на рынке, где продается совесть, честь и плоть. И я, как все, кто не нашел причины страданий бесполезных и пустых, ищу в ночи иных богов витрины и отражения своих истин в них. Мы трубочки, полны огня и света, за гранью жизни каждого мир свой ждет вечно юный на исходе лета, лазурный, изумрудный, золотой. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Огонь и свет.